Привет, герои и стримаши. Хочу рассказать интересную историю, которая случилась недавно. Я шел по другой улице, но ширина была тротуара вот такая вот большая. Она где-то получается две полосы, которые прокатывают. То есть это метров 6 как минимум. И я шел справа, как обычно. Только наоборот, как бы сейчас тот человек, предатель Родины, шел, как я, а я шел навстречу, тоже, как бы слева, а он справа. И он сказал, положено же справа идти всем, то есть на тротуаре, где люди просто должны расходиться, он установил какие-то... какие-то правила. Ну, просто хотел завестись. Это гопник, обычный гопик. Гопник в Петербурге, не в ограде. Ну и, в общем-то, я думаю, основное население, 99% по России, все гопьё такое сраное. Им лишь бы завестись, либо поныть друг другу и ограбить друг друга. Вот такая вот маленькая история. Я, в общем-то, всегда знал, что... гопья навалом, но это 99% населения. Если люди не могут разойтись на тротуаре шириной 6 метров, естественно, никакой не революции не будет, и не надо никуда выходить, ничего не протестовать. Россия просрана, издана уже обывателями ебучими.